Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цену на масленки с ручным насосом для смазки деталей бордового цвета 300 мл и 500 мл в AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео, нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 14 февраля 2019 года. Стоимость $6.06 и $6.58. В чем здесь разница? Сейчас разберемся. То есть комплектация идет такая. $6.06. И комплектация 300 мл. И 500 мл. Это будет $6.58. То есть немножко больше, но чуть дороже. И бесплатная доставка в Россию. Так, посмотрим другие регионы, стоимость доставки. Ну, вещь такая классная и нужная. Так, Белоруссия. 68 центов стоимость доставки. Казахстан. $1.56 стоит доставка. И Украина. 68 центов. Ну вот такая цена и стоимость доставки такого гаджета. Просто разной емкости. Ну, я такую применяю при сверлении, там что-то смазать мелкое там. В таком плане удобная вещь. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.